Здравствуйте, дорогие друзья! А сегодня мы послушаем Мияги. Мы его так давно не слушали, так давно, что пора уже послушать. Итак, его клип и песня «Просто так». Тот, кто меня постоянно смотрит, знает, что мне нравится Мияги, и он у меня в моем рейтинге стоит. Уже забыла где, но в пятерке сильнейший. По-моему, четвертый он у меня. Не удивить, будто морали не было и незачем теперь любить. Я укрываю дом от беды, буду укрывать. Если же в ее глазах тоска, я не буду спать. Как будто не было святого в этом мире ничего. Я по небу не понимаю, как же хорошо. Когда рядом человек, просто так именно человек, а не пустота с тобой навсегда. Молодец, вот у него припевы просто обалденные всегда. Никто так не может, как он. И нету момента дороже, и мы душами даже похожи. Провожая закаты, время уходит куда-то, и это горькая, горькая правда, но все же. I need you, my baby. I need you, my... Вот пошла вот эта его фишка. И этот белый песок. I need you, my baby. Казалось, так просто, вот. А попробуй, ни у кого не получается. И этот белый песок. За миражами где-то там заветная мечта ждет. Мы же бежали от заботы города, неважно. Кто говорит народ, если ты рядом, не страшно. Вдоль и поперек искали сильный мир наш. Я буду для тебя героем, как и обещал. На белом-белом пароме отыщем свой причал. И меня волнами накроет медного любовь. Небо нас благословит и нарисует вновь. Облаками на память картину свалим от этой рутины. Без людей, без машин, где один на один. Зарево согреет утром ранним песок. Ты в любви мне признаешься глазами без слов. Просто я хочу быть с тобой. Просто так. Будь со мной. Клип не надо. Вот идет девушка симпатичная. И достаточно. И не надо ничего придумывать. Вот обычно, мне кажется, он такой немножко более грустный, его клипы. А этот он такой какой-то положительный и позитивный. Вот. Как-то я так почувствовала этот позитив от него. А вот, ну опять, то, что мне нравится. Это вот эти переливы его. Вот этот позитив в этот раз прямо я отметила. Вот. Ну, в общем, Мияги, как всегда, для меня является одним из лучших. И здорово, что он есть.